Всем привет, ребят, с вами будем играть с Симой в Game of Squid. Погнали. Давай, кто первый? Раз, два, три. Раз, два, три. Макс первый. Я гадаю Тиме Амбралу и Пикот. Макс, ноль. На самокате. Сима гадает. Я гадаю брови в этом году. Нет? Я опять загадаю амбралу. Мы только в покере. Максим гадает. Я гадаю. Индийскую. Хью Киклес на этот билет. Я гадаю трап, вот туда он выйдет. Загасить Максима, поэтому я говорю, Анна с Кипрос это будет. Я не сделал Максим гадать. Гадаю то же самое, что и в прошлый раз, только вместо баранит есть. Счет 2-0. Я гадаю Максиму брайбу глок очень низко. Ладно, давайте попробуем. Это
максимум. Так, ладно. Я гадаю Тиме. Kickless Whip Step Up. Ой-ой-ой. Я гадаю Максиму Heel Kickless Step Up. Вот это я уже, думаю, не сделаю. Ну давайте лайк прожимаем, ребят, и подписываемся на канал. Я гадаю Тиме Брай вот в этот скат. Ну, точнее, в скат. Я гадаю Максиму Kickless Whip Cutter. Я не умею брать дроп. Дроп. Ну что, 3-0, давай гаси меня уже. Жаку флэт нельзя. Ну давай, один дроп флэт загадай. Давай. Раз ты так думаешь, что я это не могу. Один дроп флэт. Я гадаю, давай по флэт. Я попробую. А я с хопом прыгаю, да? Сейчас подключу со скуч, сейчас по щучку, по хлопку, сейчас закрутим. Ну все, самокат подключен, понадобится делать. Что, какой лайфхак? Ты как чипсон делаешь, ты прыгаешь, делаешь оп. А тебе нужно дать себе ногой. Сейчас попробуем. Ладно, не, я не сделаю, сложно. Так, значит, счет 3-1. Теперь гадаю я. Давай, 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 давай. Фейки умеешь? Ну, попробуешь. Говоришь, вот отсюда, до туда просто проехаться на фейки. Это реально легко. Откуда? Отсюда, вот до того курса. Что? Это изи, чекай. Учил Артем Остапов Максим. Приехал много, хоть и с вещами, но... Вот плохо держит, поэтому зачитаем. Давай, гадай. Хил Кикас в уголок. Сделать, хоть я и не дружу с кикосом.
Хил под собой, да. Давай лучше перейдем. Нет, ну зачем? Да ну, у меня за два трюка самокат ушел. Ладно, брать через подвал. Я поставила, пойду еще считать. Давай. Нет! Чтобы закрутить бра и поставить. Потому что он сюда никогда в жизни не прыгнет. Давай, у тебя дай путь. Смотрите, вот как там? Ладно, не важно. Портвист на випнет в этот вылет. Понятно? Я загадаю. Блин, даже не знаю, что загадать. Ну давайте загадаю. Я так понял, что Тима любит очень сильно бартвисты, поэтому я загадаю бартвист кота. Хорошо.
последняя. У тебя есть экстра и еще это как последняя. Сейчас. Господи боже. Тима, счет 2-4. Я чуть-чуть смухлю и гадаю Максу 2 хера ходит. Значит, тогда Тима. Ну, сам только что говорил, то, что я раз не гадал флэр, значит, флэр не будет. И смотрите, я вот сейчас сделаю, я как лучше. Ладно, раз он сделал, пусть считает. Давай. Я делаю. Значит, счет 3-4, Тима уже сравнивается. Ну, давайте я загадаю ему. Ребят, я загадаю VIP-код. Да блин. Я гадаю опять Анна Скиклис вот сюда. Блин, я хотел пошутить, но... Ну сейчас тоже загадаю флэр. Опять VIP делаешь с котой? Давай последний VIP. Я же не выиграю. Наверное. Но я не выиграю. Предложение. Ты не уточнил, какой трюк ты делаешь, ты сказал VIP Поттер. Я загадал флэр, это не считается. Ну, справедливо. Но ладно, у меня для тебя предложение. Если ты делаешь, не делаешь, но хотя бы закручиваешь флэр в Поттере. Чё, вообще офигел. Я тебе даю 100 евро. Нет, я прям сразу. Я отказываюсь. А, не получилось. Давай, гадай. Все надо добить. Анна скиклится. Я это не буду делать, счет 4-4. Ну, я гадаю флэр. Нормально, Макс? А, да. Я бы закрыл. Ну что, Макс, болящий был, я загадаю тебе. Аня, припривай тикас. А? И прям киклис. Ну окей, вот тут. Давай. Я это очень плохо делаю. У меня есть шанс реально. Ну а ты сделаешь. Ох.
Так, ребята, значит, я могу угадать только три раза один и тот же трюк, но я гадаю фуэль. Потому что у меня других выборов нету. Я могу ему загадать випскат? Да ладно, уже флэр начал делать так. Вот, с днём рождения. Поздравляю тебя в комментариях. Спасибо, Макс. Всё. В общем, такая игра получилась. Хоть под конец и загасил, но что сделать было? Мы оба вспотели, нам очень жарко. Да. Максим, наверное, постарался тоже, я постарался. Хороший, да? Я бы суку выиграл. Спасибо. В общем, всем удачи. Спасибо. За просмотр. Пока-пока. Пока, спасибо. Подписывайтесь на мой инстаграм. Он в ссылке в описании будет.